с крыши детского мира мечты любого ребенка советских времен. Сейчас уже, по-моему, далеко не мечта. Но в советское время любой ребенок хотел бы попасть в стены детского мира в Москве. Это, скажем, как Диснейленд по-советски, да? Лубянская площадь. Вниз на Китай-город. Центр. Красная площадь, вот она белокаменная. Вечно не спящая, прекрасная Москва. Вот такая она ночная Москва. Вечерняя. Изменилась она Москва темпераментом, внешне, по духу. У каждого десятилетия своя аура. Другая Москва.